Привет, друзья, привет. Вот мне там задали вопрос такой, как вам удается быть таким естественным? Типа вы мастер общения, да? Ну, как мне удается? Две вещи есть. Конечно, искусство естественности – это вещь серьезная. И там много-много секретов, но есть две вещи. Первое. Мне ничего от вас не нужно. Я свободен. То есть, когда человеку ничего от кого-то не нужно, то он может с ним быть более свободным, естественным. А когда ему что-то от него нужно, ну, например, хочется обязательно понравиться там, или что-то он от него ждет, ну, там зависимость появляется. Какая там свобода? Значит, это первое. Мне от вас ничего не нужно. И вы, когда хотите быть естественным, вы вспомните об этом. Когда вам ни от кого ничего не нужно, вы тогда свободны. Ну да, а второе, это очень интересно, второе. Второе, я вас всех очень люблю. Ну да, это еще и потому, что у меня душа женская. В том смысле, что я очень трепетно отношусь к людям, потому что я по натуре такой. Но таким надо еще и родиться, как бы так сказать. Но на самом деле все люди нормальные, когда они освобождены от зависимости, от стрессов, они тоже все такие же. Душа женская, душа женского же рода. Хотя я мужик крутой. Я никогда не прогибаюсь и никогда никому не позволяю в работе своей, на которой я сильно задействую. Вот в работе я очень крутой, а в отношениях я очень такой прощабельный, любящий, вежливый, сопереживающий. Ну, все нормальные человеческие качества, которые есть у вас и у меня есть. Просто я понял в свое время, что это самые главные качества. Способность любить, сопереживать, чувствовать чужую боль. Ну и особенно, когда вы вместе что-то создаете, у меня есть такие формулы, выработанные годами. Я где-то написал, счастье это быть собой. Да, а когда ты можешь быть собой вместе, то это высшее счастье. Ну, конечно. Коллективный разум, о котором мы говорим, это приложение небольшое для нашей аудитории к будущему мозговому штурму, который мы будем делать с Натальей. Она будет переводить меня на английский язык. Потому что пора уже категорически, решительно, пора задуматься о нашем завтрашнем дне. Ну, сколько можно вот этого уже переносить? Ну, очень жаль, что у нас и журналисты. У нас очень жаль, что все политики, они, как правило, комментируют то, что происходит. Комментируют. Не задумываются над тем, чтобы создать ну, такой прожектор, который осветил бы нам свет завтрашнего дня, который бы создал бы из нас всех людей на Земле коллективный разум, и чтобы мы такую проблему бы решали. Да, но это очень такой серьезный вопрос, и поэтому я вас всех приглашаю на следующую встречу. Делитесь нашими видео, друзьям показывайте, чтобы наша школа развивалась. Комменты ставьте, вопросы пишите там, вопросы пишите. И не забывайте, когда вы хотите когда-то выступать, чтобы у вас было такое естественное состояние свободы. Помните, помните, лечиться можно только свободой, и созидать можно только свободой, и выступать можно только будучи свободными. Итак, первое, я уже сказал. Мне от вас ничего не нужно. И вы, когда выступаете перед кем-то, тоже должны иметь эту идею, что вам ни от кого ничего не нужно. Вы самодостаточны. Вы независимы. И второе, напоминаю. Любите людей.
любите. Я вот, например, люблю вас всех, потому что я обнаружил давно, что когда с человеком по-человечески разговариваешь, он открывается тебе человеческой стороной. Это удивительно, когда придет тебе какой-то такой вот человек, агрессивный там или еще какой-то, или психопат, они зациклены на своем, им что ни говори, они зациклены, это вообще страшно. Но все равно, ты когда с ним разговариваешь, какие-то моменты вдруг ты видишь проблески человеческого. Вот это такое счастье, когда ты разговариваешь с человеком по-человечески, ты начинаешь становиться счастливым, потому что и он становится человеком, и все получается нормально. Вот это удивительно. Нам всем надо учиться быть нормальными, думать не только о себе. И вот так и получается, когда тебе ни от кого ничего не нужно, и ты излучаешь вот эту вот любовь, то вот так и настраивайтесь к выступлениям, и у вас все будет получаться. Да. Свобода. Вот что нам нужно. И тогда ты, естественный, обещал чашку показать еще раз с Ван Гогом, которую сделала собственными руками Марина Казанова и подарила мне. Вот видите, Ван Гог там, его картина. Ну вот такие дела, друзья. Будьте здоровы, счастливы. Скоро будет у нас опять встреча уже с Натальей, которая будет меня переводить на английский язык. Мы пытаемся увеличить нашу аудиторию. Да. А заметили, я вот когда немножко нервничаю, вот так делаю, да? А это повторяемое движение. Повторяемое движение снимает напряжение. Вы знаете об этом. Потому что мы участники школы «Человек будущего». Homo Futurus. До встречи, друзья. Будем естественными, будем нормальными, будем человечными. И все у нас получится. Особенно, когда мы вместе.